Жительница Костомукши превратила любимое хобби в доходный бизнес. В этом Екатерине Денисовой помогли в местном агентстве занятости населения. Здесь начинающие предпринимательницы подсказали, как правильно составить бизнес-план. И помогли получить финансовую поддержку из бюджета Карелии. Теперь Екатерина обеспечена заказами на месяц вперед. В своей мастерской она изготавливает из искусственного ротанга и каретной стяжки мебель и предметы интерьера. Ее обувницы, сундуки и корзины популярны не только в родной республике. Так, на днях мастерица закончила плетение 20 абажуров для нового ресторана в Рязани. А также отправила уже третий крупный заказ на кашпо для цветочного магазина в Мурманске. Всего благодаря помощи агентства с начала года 363 безработных Карелии защитили свои бизнес-планы. Многие из них займутся и импортозамещением, в том числе в сфере производства продуктов питания. Хороших вам новостей!